В преддверии голосования о внесении поправок в Конституцию о многом говорится и многое обсуждается. Одной из важных поправок стала поправка о роли и статусе русского языка. Русский язык – это не только государственный язык нашей страны, являющийся одним из ведущих мировых языков. Это язык культуры и поэзии, язык великих побед и свершений нашего народа. Это язык высокой культуры. На русском языке созданы выдающиеся произведения мировой литературы, мирового театра и кино. Русский язык не только великий и могучий, он еще и свободный. Именно он объединяет и скрепляет миллионы людей, умеющих говорить на разных языках, но считающих русский язык своим родным языком. Это язык, соединивший предков и потомков, объединивший нацию, меняющийся во времени, ни на миг не прерывающий свою историю. Русский язык, как и культура, является уникальным наследием многонационального народа Российской Федерации. Они должны поддерживаться и охраняться государством. Каким будет наш язык завтра, как будут говорить наши дети и внуки, зависит от каждого из нас –